Меня зовут Зоран Радически. Я из Македонии, мне 33 года. Я полиглот-самоучка. Когда мне было примерно 4 или 5 лет, я понял, что могу легко осваивать разные языки и говорить на них. В моем дворе и в моем детском саду были дети, которые говорили на других языках, и я все время вслушивался в их речь. Я улавливал, как они произносят слова, их жесты, их пластику при разговоре. Таким образом, я изучал языки очень естественным путем, как это обычно и делают дети. То есть я слушал и говорил. Когда я понял, что у меня есть дар, я начал изучать больше и больше языков. С помощью кино, телепередач, разных шоу. Я читал книги, изучал словари. В общем, изучал любой материал, который мне только попадался. Я пришел на проект «Удивительные люди», чтобы мотивировать изучать иностранные языки. Россияне, изучайте иностранные языки, потому что Россия многоязычная и многокультурная страна. Удачи!